Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. Если вам интересно, как держит iOS 13.6 релиз, то есть сейчас она есть как GM версия Golden Master, то я вам сейчас продемонстрирую. Итак, что хочу сказать. Она в целом работает, система очень быстро, по производительности даже выше, чем iOS 13.5.1. Все работает, все активно, актуально. Как бы никаких нареканий здесь я не вижу. Что касается по батарее. Перейдем в батарею, аккумулятор у меня 100%, пусть прогрузится. То есть телефончик был заряжен еще в 6 часов утра на 100%. Вот, и с того момента я еще не заряжал, как можете видеть. Сейчас у меня 47% батарея, 23.11 время. И сами можете видеть, она очень прекрасно работает. Больше 17 часов у меня держит на iPhone 10s. Вот, так что никаких багов я здесь не вижу. Хотя был один, у меня не заходил в Viber. Выкидывал, у вас тоже также может выкидывать какие-то приложения. Но не бойтесь, это системно удаленно. Разработчики компании Apple пофиксят. Уже даже пофиксили, может у вас какие-то будут баги. Можете не переживать, накатывайте смело. GM версия Golden Master является релизной. Поэтому очень классно. Что касается того, обновлять, конечно же, ребятки, обновляйте. Она весит 4,2 гигабайта. У кого-то может быть больше весить на более новых моделях iPhone. У кого-то может меньше на более старых моделях. Поэтому обновляйтесь смело, не переживайте. Очень стабильно и классно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!